Неужели? Это правда? Так. Хотя бы несколько есть русских букв. Должен в этом убедиться. Да! 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 Наконец-то! Наконец-то! Вы даже не понимаете, какая у меня сейчас радость. Потому что я нашел русские контексты, ну, короче, русификатор для этой The Walking Dead 400 дней. Наконец-то, вы не представляете, какое у меня сейчас чувство радости. Но это просто... Не, я не хочу, я уж там начал. Но потом понял, что это на английском. Нет, блин, это все нет. Ну, конечно же, я не буду проходить эти все 5 эпизодов, потому что я, простите за выражение, усрусь. Потому что, ну, короче, кто играл, тот понимает, о чем. Так, давайте начнем. Ну, конечно, случайно, у меня нет другого выбора. А мне, походу, она даже не влияет на старый. Ну, хотя я не играл, я не знаю. Всем, да, я забыл, всем привет, с вами Паризоник, всем поиграем в игру The Walking Dead 30 Days. Надеюсь, текст там, титры вы будете сами читать, я вам не буду мешать. Ну, я тоже буду не мешать и читать. Так, что же у нас тут такое-то? Я надеюсь, он не будет это... Так, что это такое? О, то у меня сейчас FPS было мало, когда этот проезжал. О, даже здесь есть перевод. Ни хрена себе. Вот это я понимаю, да, люди-то подумали. Собрать сейчас. Блин, они все перевели, просто красавчики. Я думал, они только титр переведут. А, вот это да, они перевели. Дизель. Ну, это и так понятно, что это такое. Так. Фотографии. Потерян. Ну, исчез, миссинг. Что это такое? Какой-то Бонни Рассел. А, это уже меню, ни хрена, чудо как-то резко. Так, сразу надо, знаете, что сделать? Поставить субтитры. Я думаю, они здесь. Чё это они выключили? Ок. И нечего. Так, с кого мне начать, за кого начать, за кого не начать. Винс. Мне кажется, так должно порядку дойти. Ну, давайте с Винса начнем, что ли. Ну, давайте с Винса, я не знаю. Хотя он на корейца похож какого-то. Меня настораживает, корейцы, они все безбашенные. Давай, мужик, блин, я и без этого понимаю перевод. Но где? А, я выключил, вот я идиот. Чё, у него рот не двигается? Понятно, он кого-то убил, идиот. Не даже так эротично. И чё, мы куда сваливаем? Чёрт. У мусорки. Бросить пистолет на крышу. Давайте на крышу, он не так... Я чё-то мусорку, они как-то легко догадаются на крышу. Но я не знаю даже, мне как-то... А, всё-таки попался я. Винс, второй день с начала эпидемии. Come on, man.
listen to this crap anymore. 2 hours. Think it'll clear up soon? What am I, the traffic man? Supposed to have been at the pen an hour ago. О, тут уже что-то делать можно. Посмотреть на решетку, говорить, посмотреть на заключенного. Ну ёкал мане. What the hell, man? What? You know. Cut it out. Jesus, you guys. You gonna make me? Yeah. Hey, Vince! Justin's gonna make me. It's too hot for this shit. Vince, I'm making him hot. Угомонись, придурки, у парня когда-нибудь. Making me hot. I knew it. I got that Latin heat you can't resist. Я бы так сказал. Settle down, assholes. He started it. How about you open a fucking window? It's a prison bus, asshole. The window. Hey, Justin. See that guy in the beat-up truck? I'll bet he lives in that truck now. You probably got his whole house, life savings, shit. I bet you stole his dog. You steal his dog, man? I wasn't stealing from guys like that. Anyway, better than stealing his virginity. Hey, how many times I gotta tell you? Here we go. Seriously, I was falsely accused. How old was she, 15? Damn it, it ain't like that. You telling me there wasn't a star witness waiting around in your white van? I'm shocked. We're all in the same boat here. What's the point of arguing? The point is, I'm not like that. Ты уже такой, чувак. I ain't afraid to say it. I'm really missing my girlfriend right now. I'm guessing she's pretty pissed at you. It's worse than that, man. She won't talk to me. Haven't heard her voice in months. Really messing with me, like for real. Just let it go, man. Ты никогда, блядь, забудь о ней. Ты направляешься в тюрьму. Вот так. Call her up when we get there. Gotta face that shit. You know you're right, man. First call I get. Danny, I know you don't realize this because you're you, but you probably ruined that poor girl's life, you piece of shit. Big talk from white collar back there. How many lives you wrecked, kid? Who cares? Hotter than hell up in here. I'm getting dehydrated. Hey, how about some water back here? Shut up. I thought you took the stand and cried your eyes out. I'm telling you again. Didn't you lose your shit and tell them you didn't know what you were doing? Or I'll shut you up. I lied. Turns out I'm good at that. You lied on the stand? I could never do. Religious? Nah, man. Watch a lot of cop shows? Nope. What then? It just ain't right. Да хватит. Why do more time than you need to? Gotta stay clean, man. Says the criminal. You wanna know the funny thing? I don't regret any of it. I carried my victims for years. They knew what they were getting into. And now here I am, and there they are. And Wall Street assholes pulling the same scores are smiling on TV. Fuck that. How did it all work, anyway? It was like a pyramid scheme. Aren't those kind of shit? Hey, if nobody got hurt, no harm done. They'll get their money back. Most of it. How much did you make off with anyway? Enough. So like a couple hundred K? A little over 100. Хера. Million. God damn, boy. Million долларов, это вообще. You, me and Vince, we gotta go into business, know what I'm saying? You know, I don't actually know a thing about you, Vince. Maybe he's a priest. Yeah, Father Vincent. I bet he touched a kid. Two kids. Я брата помог, я благородный человек. My little brother. They send you to prison for that now? He was in trouble. I had to help him out. Я признал свою вину. Да. You regret it, man? If you're saying what I think you are, I got respect for you, man. Каждый день. But what are you gonna do? Yeah, I feel you. How'd they get you? Toss the gun up on a roof. It was a good throw, and a roofer found it the next day. You gotta be kidding me. Man, you're bad luck, Vince. Bad luck, Vince! That's not bad. What do you think, Justin? What the fuck are you gonna do about it? Fuck you! Fuck me! Oh. Fuck you, motherfucker! Чё они творят-то, они нормальные. Hey, get in there, man! Sit down, goddammit! Hey, let him go, man! Damn it, Crabtree! Don't make me come back there! He's gonna kill him, Vince! Let the guard handle it, guys. Fuck that! We gotta get in there! You do not wanna get in the middle of that shit, Danny. Vince, we gotta do something.
You know this ain't right. I'm not doing any more time to save some stupid ass. Where's your empathy, man? Where's Не надо ему помочь. Help him, Danny. What's that? Speak up, boy. Fucking chain's too short. Crabtree, I'm warning you one He's last not listening, time, goddammit. You gotta get in there. Ну сейчас застрелит их нахер. Come on, boy, get back there. Okay, asshole. Let him go. Get in between them, goddammit. He's gonna kill that boy. Crabtree? Last what warning. Do you Don't just let him go, goddammit. Ёп. Ни хрена себе. Jesus. What happened? What did you do, boy? God damn it, boy. Answer me back there. That guy's still alive. Get those cuffs off him, man. Как это? А, он же зомбаря превратится. What the hell was that? He made a move on me. I don't know. He made a move or you don't know. Which one? He's still breathing? He's, Fuck! You gotta call someone, man! What? I'm calling this in. Don't call it in yet. Just wait, okay? Just give me a minute. This is our problem, Danny. I just need a minute. I need a minute to think. You ain't got a minute. Shut up, you hear me? Shut your mouth! Тихо. Okay. Calm down. Take it easy. I'll calm down when you quit running your fucking mouth. Everything's cool. Just take a breath, okay? Everybody needs to calm the fuck down. Situation's bad enough as it is. He's right. Let's all just take it down a notch, okay? Yeah. You really want to pull that trigger again, son? Yeah. Thanks, man. What the fuck? Ну, я думаю, это не стоило перевод, да. Did you see that? I saw it. Yeah. Hey, you gotta get us the hell out of here. You're not going anywhere. Fuck that. Get this bus moving. Hey, driver, I said, let's go, man. We're staying right here. We're safe inside. Че, нормальный? Твою мать, он сейчас сожрет нас всех. Бросил. Нормально, полицейский. Но сейчас ног все оторвет. На оружие. Where's the guard's gun? Yeah, the gun. Good thinking, Justin. Where the fuck is it? I think he fell on it. It's underneath him. Oh. Q. Что-то я забыл уже про эти головоломки. Давай, я хватил. Давай, решать этого засранца. На. Sorry. Man, I can't believe this shit. Can you believe this shit, man? No. We gotta find some way to get out of here. Только через этот больше нет. Front of the bus. If that cage door is unlocked, and if we can get out of these chains. This isn't gonna work. Окно какое-то. Нет! Where are the damn keys, man? They weren't. На нем! А, не было. Well, shit, if the keys aren't on him, then where the hell are they? He must have left them up front. Maybe we got a break. Что ж такое с гором-то? Это водил, по-моему. Gotta get out of here before any more of them show up. Ух ты ж, ё. That's not gonna hold. Vince, fire the fucking gun! Да? Хорошо. Надо в голову, ты косой. Надо цепь прострелить. Так, что делать? Поворот рукой давай.
А, понятно. Можешь по цепи? Ну ладно. Ой. What do you think is gonna happen if you fire a shotgun that close to someone's throat? Well, what do you think is gonna happen if we don't get the fuck out of here? Vince, give me the gun. We gotta do this. Псих. Back off. Ненормальный. Whoa, whoa, whoa. Манжет на ладошке Джастина. Vince, what the fuck? Дэнни, Джастин. Не, он обосрется. Давайте вот этот реальный мужик. Ёпарасоте. Ч, псих? Я ему вообще так не знаю, что с его ногой сделал. Я чувствую, с этим много не выживу. Вот. А этого? Блин, зря так сделал. Ладно, пофигу. То есть всё больше нельзя, да? Давайте Уайт. Хотя я думаю, что я на этом закончу. Всем спасибо за просмотр. Ждите следующую серию. Всем удачи и всем пока.